Российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота в пятницу был поднят в воздух для перехвата самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили в Отечественном министерстве обороны. По данным военного ведомства, экипаж российского истребителя идентифицировал цели как патрульный самолет P-8A «Посейдон» американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик KC-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление движения в сторону от государственной границы нашей страны. Министерство обороны подчеркивает, отечественный Су-30 все маневры выполнял в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Кроме того, каждое действие американских самолетов-разведчиков непрерывно сопровождалось российскими радиолокационными средствами контроля на значительном удалении от границ Федерации. После выполнения задачи экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром базирования, резюмировали в Минобороны.